мусорка, мусорка была, свой мусор пришел, свалил. Ничего хорошего нету, но свалили здесь. Вот эта теплица сломалась. Маленько набрали. Дома покажу всякие. Вот. Комоде. Часы там. Очки вот прямо лежат здесь. Сейчас дома все покажу. Так, вот наш хлам. Сейчас посмотрим с ящиком. Вот первый еще покажу утюг. Сейчас проверим. Поставил утюг. Утюг работает. Работает. Красная лампочка горит. О, вот видно. Поставил. Водички специально долил. Вот. Пожалуйста. Пшикает. Работает. Маленький черноватый. Шлифануть. Сейчас проверим. Как там работает. Ну, короче, работает. Пар включается. Переключатель. Этот. Все работает. Вот такой наш утюг был. Филипс. Дальше алюминиевая кастрюлечка. Металльчик. Металл. Кисточка хорошая была. Красить можно. Одометр. Вот сам одометр тоже подобрал. Проверить надо. Так, дальше. Документы. Вот что написано. Автомобильный. Всякий СПС, КТС надо класть. Так, очки такие лежали, сразу все кинул. Очки хорошие. Какие у нас? Ага, близорук сродила, кажется. Да, близоруки, плюс 2, плюс 3, наверное, где-то. Везини, везини. Ну, как вам, на дедушку похож стал? Похож. Дальше. С одного пакета тоже. От документов, чтобы такое было. Наверное, потом тоже документы. Так, магнит, ОСАГО, клуб, пятерочки. Так, что там, денег нету? Нету, конечно. Что там у нас есть? Ага. Социальный ИНН есть чей-то. Чей-то. Понятно. Написано, не буду поговорить. Красно-белые. Кошелек. Пустой, больше ничего нет, вот такой советский кошелек был. А все-таки карточки не нужны. Так, Риксона взял, вот там еще есть экстремальная защита. Вот такая резеточка лежала, хорошая еще. Вот здесь замкнула, может, перемотали, еще рабочая. Ремень от сумки. У нас что там еще рассматривать не стал, что-то в пакете прямо новое лежит, как типа зубная паста, абсолютно нулевая зубная паста, медовая какая-то, понятная, какой-то еще типа щеточки, не знаю что такое. Вот дальше такой кабель вот лежал. От самоваров всяких, наверное, чайников были. Не знаю, что такое. Что-то такое минимальное, максимальное. Что-то я не знаю, что-то такое. Посмотрим. Облик написано. На батарейках. Так, шкатулочка. Так, пустая. Тоже для очков были. Дальше металл, болты, арматуры. Дальше. Такой вот лежал, внутри я потом все переклал, коробочка советская, раньше туда зубной порошок был, да. Я его все сюда переклал потом. Дальше щеточка, такой вот зарядка, проверим, блок питания, как раз у меня такой есть, сможете рабочие. Не проверил, не работает. Ладно, у меня такие свои есть дофига. Еще отвертка такая отдельная лежала. Ртутный спиртометр. Самогоночки видеть. Что там еще? Какой-то интересный шприцик непонятный. С красным внутри. И баночка, который все я там высыпал. Так, высыпал отсюда. Свинец был вот. Кудрончики его. Тоже свинец хороший паять. И потом вот столько монет.
пакете на дне лежали. 50 копеек, 10 копеек. И сейчас только заметил, смотрю, бижутерка лежит. Бижутерочка такая мягенькая. Бижутери. Ну и две хорошие изоленты есть. Вот. Еще есть хорошие. Ну и все на этом. Здесь пустой. Коробочка пустая, еле открыл, блин. Вот и весь наш хлам. Это порвался. Так, проверил блок питанием. Что-то он тоже не работает. Это не работает. Утюг только работает. Так, что у нас забыл? Часы есть. О, какие-то ракеты сделаны в СССР, написано. Сейчас посмотрим. Вот это сейчас проверить, думаю, решил. Что такое? Мизинчики, батареечки. И... Вуаля. 0 часов ровно. Температура воздуха плюс 25 градусов. Барометр, часы еще. Офигеть. Еще и говорящий. Короче, такая вот игрушечка. Вот так ложится, наверное. 19 часов 1 минута. Температура воздуха плюс 20 градусов. Короче, нажимаете, и он вам говорит, к стенке не вешается вроде бы. Вот такой вот. Говорит время, температура. 19 часов 2 минуты. Температура воздуха плюс 21 градус. Вот так ночью встанете, нажмете, и он вам скажет время и температуру. Также у него есть здесь будильники. Будильник, часы настраиваются. Вот будильник. И здесь еще что-то моргает. Вот, короче. Будильник есть. Такие прикольные часики. Правая кнопочка. Будильник, наверное. Вот такие три. Либо ку-ку, либо музыка, либо кукареку будет будильник, наверное. Так вот, зарядку сейчас посмотрим. Вот, все, контакт почистил боковые. Теперь работает, заряжает зарядку тоже. Все, теперь у нас зарядка тоже есть. Так, давление мерить. Вот, 6-вольтовый нету, 12-вольтовый сейчас попробуем. Вот, пожалуйста, мое давление. Это взял от старого мамкина еще. Это хороший. Вот такой надо взять. И все, чуть не подошел. Но подогнался. Такой у меня где-то есть. Вот вам с мусоречка тоже. Просто порвалась вот эта штучка. Поэтому ее выкинули. Вот надо купить 6-вольтовый. И все. Пожалуйста, давление метр такой прикольный. Из батареечки от такой марки Швейцарланг, швейцарский, что ли.